О предотвратимой смертности граждан в четвертом квартале 2020 года шла речь на аппаратном совещании в Пинском горосполкоме. О том, сколько человек ушло из жизни по управляемым причинам, кто и как может повлиять на это, вы узнаете из следующего материала. Следственный комитет проводит проверки по фактам смерти граждан, в том числе от внешних причин, и постоянно анализирует такого рода смертность. Все данные приводятся на аппаратных совещаниях, чтобы в дальнейшем была возможность принять дополнительные меры по предотвращению случаев гибели людей. В последнем квартале 2020 года следователями отдела проведено 16 проверок по фактам смерти граждан от внешних причин, по результатам которых возбуждено одно уголовное дело. По 14 фактам возбуждения уголовного дела отказано. Одна проверка на сегодняшний момент продолжается. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, которое случилось 28 ноября прошлого года по улице Карла Маркса. Пенсионер переходил по пешеходному переходу дорогу близ своего дома. Его сбил автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. К слову, и сам пешеход был в состоянии алкогольного опьянения. Скоро точку в этом деле поставит суд. В СПМК 28 7 октября произошел несчастный случай. Рабочий упал с высоты. В больницу его доставили коллеги, где пострадавший указал на бытовой характер травмы. Факт получения телесных повреждений на рабочем месте руководством ПМК был скрыт. 11 числа скончался в больнице от его родственников, которые также скрывали данный факт. По каким-то причинам стало известно, что травма получена на рабочем месте. Скрыть, по видимости, хотели, потому что рабочий был сильно пьян. Этот вопиющий случай будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома, где будут приняты соответствующие меры ответственности к виновным. Увы, в печальной статистике зарегистрировано 2 факта смерти от переохлаждения. 2 человека утонули, 2 погибли на пожарах, 3 добровольно ушли из жизни, 4 отравились алкоголем. А ведь при соблюдении правил безопасности жизнедеятельности большинство этих случаев гибели можно было бы избежать. Вновь на аппаратном совещание было указано на усиление профилактической работы всех заинтересованных служб для того, чтобы свести к минимуму смертность от управляемых причин.